Всем привет, друзья, вы на канале Budget Filmmaker, и давайте на чистоту. Все мы с вами, говоря о видеосвете, привыкли сразу представлять себе различные LED-панели. Так и я несколько лет назад приобрел себе Yongnuo 300, который в данный момент работает как ключевой свет. Все почему? Да просто потому, что они достаточно дешевые, их огромное количество, они массово продаются на AliExpress, они научились отображать нормальный CRI, практически любая уважающая себя фирма сейчас может позволить себе сделать LED-панели с CRI выше 95. И соответственно мы с вами можем получить более-менее нормальные, адекватные цвета, когда эта панель светит на какой-то объект, в том числе и скинтон, что самое главное. Так вот, говоря о LED-панелях, самый главный их недостаток, самый главный плюс в том, что они дешевые, ты спокойно купил, они достаточно компактные, ты взял с собой. А большая часть, подавляющее большинство, работает от батарей, то есть ты можешь пользоваться ими где угодно, не подключая к источнику питания. Это все очень круто и классно, но самая основная проблема то, что управлять этим светом, вот как-то вот адекватно попробовать сфокусировать его луч или еще что-то, мы не можем. LED-панель светит во все стороны, практически никак нельзя ее ограничить. Те шторки, которые даются нам совместно с различными светильниками, кстати, обзор на Yang у меня очень старенький, но был, можете посмотреть его вот здесь по ссылочке. Так вот, мы никак не можем управлять этим светом. Да, я приобрел китайский софтбокс. Опять же, если пройдете на обзор, то вы все это увидите. Простенький такой софт, который немножечко его ограничивает, там есть внутри отражатель и рассеивающая поверхность. Я все равно вижу яркий источник посередине, но тем не менее свет рассеянный, и если вы посмотрите примеры, то да, это работает, этим можно пользоваться, и любой блогер средней руки, а-ля там, блин, в том числе и я, может спокойно им пользоваться и получать какие-то, ну, достаточно неплохие, будем говорить, результаты. Но, если же мы хотим чего-то большего, если вы попытаетесь где-то погуглить профессиональный свет кино, профессиональный свет для видеоклипов, то кругом будут мелькать названия Aputure. И, наверное, Aputure 120D не слышал только ленивый или тот, кто вот из тех, кто занимается в сфере видеосъемки, мало кто не слышал об компании Aputure с ее светильниками. Так вот, что они представляют. Там уже у нас идет моноблок, имеющий одну, ну на самом деле это не одна, но большую, один большой светодиод. Там скопление диодов, но не суть. То есть, чтобы вы понимали пример, вот так вот это выглядит. Большой светодиод. И в чем самое главное преимущество? Да в том, что у этого светильника, у него есть своего рода байонет. То есть, если мы вот так вот отцепляем с вами, то получается, что мы сюда, как на объектив вашей камеры, вот так вот этот светильник выглядит изначально, но вы можете сюда одеть, так как это байонет Bounce, он общепринятый во всем мире, то вы можете надеть любые насадки светоформирующие, которые поменяют, сфокусируют и сделают все, что угодно с вашим светом. Это важно. И так как Aputure законодатели мод в данном сегменте, то, конечно же, они стоят достаточно дорого. Если мы посмотрим даже на модель 120D, то есть 120 Вт, она стоит порядка 50 тысяч рублей, и это как бы, ну, для нас с вами, особенно учитывая название канала, это оверпрайс. Но, так как прогресс не стоит на месте, то китайцы стали тоже делать различные моноблоки. И если мы с вами начнем гуглить, то мы, по сути, найдем всего несколько интересных вариантов, которые нам предлагают помимо Aputure. И первое, что приходит на ум, это Godox. У них есть Godox SL 60 Вт. Это самый бюджетный, наверное, светильник, который в Китае за 10 тысяч рублей, по-моему, можно купить. Есть 150 Вт, 200 Вт и там модели получше. Но вот именно для блогеров многие покупают себе 60 Вт, но я осмелюсь предположить, что это все-таки слабовато. Он почти большую часть времени у вас будет работать практически на максимальной мощности или около максимальной. Если же вы планируете снимать, например, различные продукт-видео, да, вот такие, как вы видели на моем канале, вот я не знаю, примерчики вам тут скину, то там, когда вам приходится использовать слоумо, приходится, если вы снимаете слоумо, да еще и макро, соответственно, вы раз, завышаете скорость затвора, то есть делаете ее короткой, короткий затвор, соответственно, картинка темнее. И два, из-за того, что у вас макро, вам приходится закрывать диафрагму. И вот здесь-то вот уже вам нужен какой-то яркий, поистине яркий источник света, именно поэтому вот для моих целей, скорее всего, 60-ки было бы мало.
Так вот, помимо этого Godox'а, есть еще бренды различные, которые выпускают такие светильники, и сейчас с каждым днем их становится все больше и больше, и один из них я наконец-то подхожу, а именно Nice Photo HB1000B2 у меня сейчас в руках. 1000 это означает, что данный светильник 100-ваттный. Так вот, если мы говорим о Godox'ах, то самый главный их недостаток, ну для кого-то это не будет недостатком, но тем не менее, это то, что они работают только от сети. У них нет вариантов по питанию где-то на улице, на выезде. Aperture и все остальные вот модные светильники, они, конечно же, могут питаться от V-mount батареи или еще каких-то. Но вот именно этот китаец, Nice Photo, а точнее даже не китаец, а, наверное, кореец. По-моему, я гуглил, это компания, которая в КНР находится. Он сделан, выполнен очень интересно. И здесь сразу же огромный его плюс и огромный его минус, потому что я об этом, блин, не знал. Рассказываю. Смотрите, они сделали свою батарею, то есть это не NPF-батарея, ну, возможно, она похожа на нее. Вот так вот она выглядит. То есть эта батарея абсолютно своего типа, вы видите, что у нее здесь есть порт для зарядки. Соответственно, она никак не портит внешний вид светильника, она просто в него вот так вот вставляется, щелк и все. И у нас светильник целиковый, и как будто у него даже нет никакой батареи, никакая NPF-ка не торчит, и все достаточно круто и классно. Но, смотрите, какой прикол. Когда я его распаковывал, в комплекте у нас, естественно, идет зарядка. И я думал, что это как раз-таки кабель для питания от сети. Но нет. Это была зарядка для вот этой вот батареи. И теперь мне приходится, соответственно, чтобы пользоваться им. Батарея, на этой батарее он работает на 100% мощности примерно час. Соответственно, на 50% мощности мы можем предполагать на 2 часа. И в принципе этого мне хватает для съемки своих блогов. То есть я поснимал один раз, потом обязательно ставить батарею на зарядку. Потому что, блин, в комплекте нет кабеля питания, вот этого DC 12 вольт нет никакого. Соответственно, имейте это в виду, и если захотите приобрести эту модель или какую-то подобную, уточняйте обязательно это, потому что этого не было указано. И кстати, да, этот светильник и батареи к нему я уже видел, мне прислали Kremlin Store, за что им огромное спасибо, и именно поэтому мы все с вами можем узнать все вот эти тонкости, и теперь мы с вами знаем, что если вы приобретете его, то там нет в комплекте провода питания от сети, а есть только зарядник для этой батареи, и вы сможете работать только на этой батарее. К слову говоря, в Kremlin же, по-моему, дополнительная батарея стоит 4 там, тысячи с чем-то рублей, а сам светильник 15 500. Вот здесь я сейчас вам цену прикреплю. И что для 100-ваттного моноблока с собственными батареями очень и очень неплохо. И давайте разбираться, какие у него преимущества еще. Если мы говорим о комплектации, то здесь все очень круто и классно, потому что, опять-таки, следуя пути Aperture, все стали делать вот замечательные просто сумки с огромным количеством отсеков, которую вы потом можете использовать, если вы какой-то видак, то для любых других своих целей. Сразу же, смотрите, доставая эту вещь, сразу же я обратил внимание на то, что доставочка у нас Ace Ventura. Я это называю так. Смотрите, как у нас оказался замят вот этот вот, не знаю, как его назвать, вот эта вот вещица. А с каждым таким светильником в комплекте идет только она. Смотрите, если мы возьмем и просто включим его, так как у нас питание от батареи, то мы можем себе это позволить, то никакого профита от него, по сути, не будет. Он просто будет светить ярко и неконтролируемо, и это будет примерно то же самое, что мы с вами привыкли видеть с LED-панели. Если мы надеваем на него комплектную вот эту вот вещь, она нам особого профита на самом деле тоже не дает, но хотя бы она немножечко фокусирует этот луч и переотражает его, соответственно, тем самым еще более усиливая. И здесь уже, вот смотрите, просто вот даже учитывая мой световой сетап, который здесь уже стоит, вот на 40% яркости я могу просто направить его в потолок и таким образом залить помещение светом. Смотрите, о чем я говорю. А если мы сделаем еще ярче? Как правило, это используют вот в таком сетапе, именно чтобы залить помещение светом. И, например, если у нас есть отражатель, то мы можем еще подложить снизу отражатель и еще и высветить вот эту вот область шеи, все теневые участки, и, в принципе, получить просто какое-то ровное освещение. Ну и да, ровное освещение. Также, если бы у нас был какой-то гораздо более мощный источник, а-ля, например, Aperture 300D, да, то ими делают, прям имитируют солнце, то есть ставят их с улицы, через окошечко, через различные рассеиватели. Да, таким никогда прямо в человека не светят, вешают
рассеивающая ткань, и через нее уже бьют вот этим лучом и получают какой-то мягенький свет, те самые эффекты, которые они хотели бы. И вот такой вот башлык, назовем его так, он идет в комплекте с каждым подобным светильником. Но самое интересное начинается дальше. Это тот момент, когда мы можем с вами приобрести различные модификаторы на Bowens Mount. И да, чуть не забыл, каждый такой светильник достаточно сильно греется, именно поэтому у каждого из них есть активное охлаждение, и этот не исключение. Когда мы его включаем, у него сразу же заводится внутренний кулер, и если вы работаете в полной тишине и свет очень близко к вам, то это принципиально. Сейчас я помолчу, и вы услышите вот прямо к микрофону. Примерно вот такой вот шум он издает. Но опять же, если он будет стоять в софте на расстоянии от вас, я уже снимал с ним и для себя не нашел в этом проблемы, потому что каждый такой свет издает шум просто какой-то больше, а какой-то меньше. Далее, ребята, у нас наступает время работы с модификаторами. И вот тут-то самое интересное. Вы заходите на любой ресурс, на AliExpress, на российские магазины, смотрите какие-то вещи от той же Aputure, потому что, несмотря на то, что светильник у вас китаец, но модификаторы вы можете купить брендовые. И тут пошло. Есть Aputure Lantern, вот этот фонарь, который заливает там большое пространство каким-то светом. Еще что-то. Есть различные линзы Fresnel, которые позволяют вообще сфокусировать этот пучок. И еще и... Вот у меня уже была лампа от KMTV, вот здесь вот вы можете пройти и посмотреть. Но там она только Fresnel. То есть она сразу уже с этой линзой, и вы можете пользоваться ей только в таком режиме. Голый диод, вот как здесь, вы на ней не получите. Здесь же изначально у вас голый диод, но насадку Fresnel вы также можете приобрести и ей воспользоваться. Также вот держу, забыл, немножечко мысли у меня путаются, и я вам сразу же уточню. Он сразу идет в комплекте вот с этой ручкой, она очень удобная. Хорошо, что он вот с некоторыми щелчками двигается, и дальше ты блокируешь. Очень это все классно. И также, смотрите, здесь просто есть дырка, то есть для того, чтобы вы установили на какую-то стандартную стойку, и вот этой вот комплектной штукой закрутили, и, соответственно, все, фонарь у вас закреплен, и никаких проблем. Дальше вы можете уже делать с ним все, что угодно, ставить какие-то свои модификаторы и прочее. Так вот, что касается модификаторов, самое первое, что приходит на ум, если не брать какие-то вот наиболее редко используемые, различные Fresnel, лантерны, какие-нибудь вот эти конусы, сетки и прочее, то мы можем с вами приобрести софтбокс. Это самое первое, что приходит на ум для съемки говорящей головы, для качественной съемки говорящей головы, для съемки интервью, для съемки видеоклипов, всего чего угодно, нам нужен качественный софтбокс, который нам позволит получить ту самое мягенькое освещение, мягенькую картинку, которую мы с вами хотим. И, естественно, мы сейчас сравним. Вот у нас простенький китайский софт. И сейчас мы на это место поставим данный свет уже с софтбоксом от Aputure. И смотрите, в чем дело. Нам повезло еще больше, потому что у меня в комплекте сегодня у меня есть вот уже собранный Aputure Light Dome Mini. У меня есть Aputure Light Dome 2, просто огромный. Я не знаю, как я его поставлю здесь, но я вам постараюсь показать, как он выглядит. А также у меня есть огромный Light Dome от этого же бренда Nice Photo. Вся его фишка в том, что он по размеру как Aputure Light Dome, а по цене вдвое дешевле. То есть по цене он как Aputure Light Dome Mini. И, конечно же, мы посмотрим, что к чему и как все это работает. Немножечко расскажу. Смотрите, Light Dome Mini — это вот такая вот вещь. Она... Ну, она достаточно компактная. Вообще, даже в официальных, в официальной информации компании написано, что она для съемки в условиях маленькой студии. Это прям, мы прям здесь сейчас находимся. И, допустим, в комнате. Опять же, мы находимся в комнате и маленькой студии по совместительству. И вот это именно как раз то, что нам нужно. Они очень классные в том плане, что быстро можно их заставить работать. То есть здесь вот такие защелкивающиеся. Он состоит из прутьев, да? Соответственно, вы каждый этот прут выгибаете, и он защелкивается. Защелкивается, то есть хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и все. И у вас готовая эта штука, она не мнется, не роняет, ну, не мнется, никак не деформируется. И это очень круто. И также вы можете быстро чик-чик-чик-чик-чик сложить их. А здесь у нас рассеивающая ткань. Ткань очень крутая. Говорят, что она используется в производстве парашютов. Ну да ладно, мы поверим.
И, что самое главное, вот эти вот гриды, сеточки, которые я также покажу сейчас, зачем они у нас нужны. И, наверное, прямо сейчас мы с вами переключаемся на данный свет. Итак, мы переключились. Смотрите, штука в чем. До этого меня освещал мой 300-й Young вот с таким вот софтом, простеньким. То есть это самая обычная LED-панель и китайский софт. Я им пользуюсь достаточно давно, и в принципе он меня устраивает. И в камере у меня, я замечаю, обращу ваше внимание на то, что в камере у меня стоит световая температура 5500 кельвинов. Она и заявлена у обеих этих светильников, и у Young, и у Nice Photo. Плюс-минус 200 кельвинов, плюс, естественно, изменения по цветовой температуре вносят софтбоксы. Они не идеально белые, они в любом случае вносят какие-то поправки. Так вот, и сейчас, до этого, у нас Young работал где-то на 30% и стоял очень близко. А так как этот софт достаточно большой, и я вообще не представляю, на какое расстояние мне придется поставить лайт-дом большой, чтобы он не влез у меня в кадр. Так как он достаточно большой, то его пришлось отодвинуть. И также сейчас данный светильник работает на 30%. И вот то освещение, которое вы видите, я уже даже, вот так как у меня стоит большой монитор, я уже вижу, что изменения есть. То есть этот цвет гораздо более, вот именно переходы от света к тени, он гораздо более мягкий. Также, на что я обращаю внимание, помимо основного рассеивателя, там внутри идет очень интересная вещь. То есть такой отражатель, который вешается прямо перед лампой, и получается, что он загораживает ее. А сам по себе он является отражателем. Причем одна сторона желтая, другая серебристая. Соответственно, он отражает свет от источника обратно, разносит его по стенкам, все это переотражается и в итоге выходит на вас. И в центре, там даже такое полутемное пятно, потому что там нет вот этого яркого источника. А если его убрать оттуда, то мощность, именно мощность света повысится, но он станет чуть-чуть грубее, чуть-чуть резче. То есть именно в таком сетапе мы с вами достигаем, ну, максимальной плавности. И вот сейчас он стоит достаточно близко, то есть, по сути, я могу вытянутой рукой до него достать. Здесь у меня микрофон, и вы можете, если я замолчу, примерно услышать, какой шум он издает. Также я бы хотел обратить ваше внимание на то, как эти разные светильники передают свет. Вот именно я не буду красить эту картинку специально, я ее не буду красить, а в камере стоит температура 5500, я ничего не менял, просто поменял сами светильники. И посмотрите, как изменится скинтон, вот отображение цвета, где оно, возможно, лучше, где оно хуже и как вообще все это работает. Ну и также здесь у нас есть соты. Наверное, сейчас для того, чтобы продемонстрировать, что они делают, я их быстренько сниму и обратите внимание на смену картинки. То есть вот сейчас у нас картинка с сотами. А сейчас картинка без сот. Да, все гораздо ярче, но самое главное изменение не в том, что у нас теперь какой-то overexpose, да, а в том, что задник стал гораздо ярче. Соты фокусируют, они сужают угол распространение света, по-моему, до 40 градусов, и фокусируют его. То есть, опять-таки, получается, что они выглядят следующим образом, да, и в каждой из этих ячеек свет переотражается, и если мы посмотрим чуть-чуть сбоку, то вообще не увидим никакого источника света с одетыми сотами. Вот в этом и вся фишка, и именно поэтому задник у нас темнее. И сейчас я их обратно одеваю. Ба-бам! И вот что мы получаем. Ну, на мой взгляд, вообще, вы, наверное, знаете, что я предпочитаю какие-то вот низкие ключи и все прочее, но потихоньку стараюсь от этого отходить, постараюсь высветлять все моменты. И сейчас я вот в белой майке, опять же, специально, чтобы посмотреть, что у нас по балансу белого. А именно соты позволяют нам отделить свет, и если вот, я, наверное, даже сейчас вам приложу здесь пример, если в каком-то темном помещении направить этот луч света и сесть там, то все вокруг будет темное, и только на вас будет этот луч света. Примерно вот так вот, как сейчас. Ну и, наверное, сейчас самое интересное. Для себя, вот я для себя точно решил, что если бы пользовался лично я, то я бы взял себе лайт-дом мини или какой-то аналог китайский, но вот именно такого размера, потому что это компактный, классный фонарь. Более того, сейчас я вам покажу. Сумка, в которую он поставляется, выглядит вот таким образом. Вы спокойно его можете взять на съемки, опять же, использовать ее еще для чего-то, либо для этого света. Ну, в общем,
Вообще никаких проблем, это очень удобно. Но если бы вы видели сумку от Lightdome обычного и вообще как он выглядит, опять-таки вы должны понимать, что ни одна вот эта дешманская китайская стойка не выдержит этот фонарь с Lightdome. И сейчас я постараюсь его напялить и хотя бы пару секунд, но показать вам отличие вот этой картинки от Lightdome настоящего с этим же светильником. Самое большое отличие в том, что у него этот купол вот такой вот, он просто не уместится, вот такой длины, там просто переотражение света достигает, он пучок фокусируется, оно достигает каких-то огромных величин. И плюс, самый большой плюс, что поверхность, вот эта вот передняя фронтальная поверхность рассеивателя, она огромная. И мы получаем огромный рассеянный источник света. И в условиях вот такой вот маленькой моей домашней студии, наверное, мы не заметим разницы, но в другом каком-то месте мы бы ее заметили. И сейчас я вам покажу картинку с Lightdome настоящим, а затем с софтом от Nice Photo с большим. И, возможно, вам стоит взять его на заметку, взять на вооружение, потому что приобретая его, вы можете очень серьезно сэкономить. Я с трудом его разместил, вы видите его край, потому что, ну, он просто, он монструозен, он просто огромен. И сейчас я добавил чуть-чуть мощности. Здесь у нас, я даже, вот вы понимаете, диаметр его метр, наверное, почти, и я просто даже не вижу, где там мой источник света, вот именно точечку, да, вот основную, откуда исходит само свечение. Мы просто имеем с вами абсолютно равномерный, мягкий источник света. Если я его поверну вот чуть на себя и вот так вот вылезу, то вы видите, да? Вы видите, насколько вот... Ай, ну это не передать словами. Понимаете, я даже глазами вижу, насколько это мягко и круто. И, безусловно, можно сказать, что вот именно Lightdome обычный большой, в условиях какой-то большой хорошей студии, то именно его нужно брать. Это то, что нужно. Это абсолютно профессиональный инструмент, который позволит нам сделать наш свет максимально мягким, пластичным, профессиональным, опять-таки, что немаловажно. Ну и это очень круто. Ну и, конечно же, наверное, стоит использовать вот именно Lightdome большой для каких-то более мощных источников света. Вот Aperture 300D собираются выпустить, по-моему, 600 даже. Есть и других брендов фонари, которые там по 500 ватт и больше. Но вот именно для домашнего использования 100-ваттный фонарь и Lightdome Mini – это, наверное, все-таки что-то более реально используемое. И для того, чтобы таскать его куда-то с собой, потому что так или иначе классный свет в интервью вы все равно получите. Но здесь это вот просто максимум. Если вы хотите максимум, то вот это и есть максимум. И сейчас вы запоминаете эту картинку, и я поставлю сюда же, на это же место, софт от Nice Photo, такого же огромного размера. Смотрите. Фу, друзья, вы бы только знали, чего мне это стоит. Сейчас я в другой комнате, где у нас происходит ремонт, тут бедлам, всякие вещи валяются. Не суть. Я поставил вот этот просто огромный, вот это огромный софтбокс, 1.20 м в диаметре. Он сейчас светит на меня так же, здесь все абсолютно так же классно, как и с Aperture. Вот что я могу вам сказать. То, что здесь также идет два вида рассеивающей ткани. Одна вот наперед, вторая еще туда глубже ставится. Если вы хотите, если у вас очень мощный источник света, не такой, как у меня сейчас, там Aperture 300D или выше, и вы хотите получить от него максимально рассеянный свет. Так вот, я же поместил только одну ткань, также поместил софты, он просто огромен, моя стойка согнулась как удочка, я боюсь, что она переломится просто в любой момент. И, что немаловажно, ткань, именно сама рассеивающая ткань, она точно такая же вот в сеточку, ну, по крайней мере, выглядит абсолютно так же, как и та ткань, которая использовалась в Aperture. И вот сейчас вы можете примерно видеть, я не знаю, как у меня получилась картинка, но именно сейчас вот он размером вот такой вот, и он полностью равномерно поливает меня вот таким вот светом. Ну, короче, это очень интересные ощущения. Очень интересные ощущения от того, как работают вот такие огромные софты, особенно когда ты впервые в жизни с ними сталкиваешься. Как-то так. Итак, друзья, вот наконец-то мы закончили.
я переключился обратно на Lightroom Mini и просто вот выдохнул с облегчением, потому что софт от Nice Photo был просто огромным. Он даже невозможно с ним пройти ни в какой дверной проем, ну, капец. Так вот, и у меня по этому поводу есть несколько выводов. Первое, и самое главное, то, что я уже давно мечтал о фонаре моноблоке, это было не зря, и он определенно нужен мне в моем типе съемок. Как минимум, вот, для блогов, для какой-то предметки, для красивых роликов, если вдруг будет какой-то заказ там на интервью или еще что-то. Понятно, что это не для свадеб, нет, это не туда, это не про то. Но вот именно заменить мой вот этот вот уже старенький Yang, точнее не заменить, а Yang сделать как кикером, как светом, который вот на данный момент, например, делает мне вот это вот плечо и вот сзади подсвечивает. Сейчас это делает другой свет, но о нем мы поговорим чуточку попозже. Вот, именно для ключевого света фонарь моноблок – это то, что нужно. Второе, по поводу мощности. Я думаю, что 100 или максимум вот 120-150 ватт – это то, что вам нужно. 60 может быть маловато, а 100-150 – это можно брать. Третье. Если вы планируете работать только в студии, то, в принципе, можно посмотреть в сторону различных годоксов, да, которые нам предоставляют работу именно от сети. Если же нет, то вот такая модель от Nice Photo, которая имеет в своем арсенале еще и возможность работать от батареи, причем достаточно долго, это, я считаю, хорошо. Но, опять же, стоит сразу озаботиться тем, что необходимо, несмотря на его низкую стоимость, необходимо приобрести к нему будет еще дополнительно провод для работы от сети. Это очень важно. Четвертое. Использовать софтбоксы с сотами, вот эти вот профессиональные, классные, обязательно. Они дают прекрасный, просто прекрасный свет. И вот в данный момент как раз Lightroom Mini меня освещает. Ну, возможно, я не знаю, по экспозиции, может быть, я чуть-чуть переборщил, но тем не менее я прям вижу, вот, как мягенько вот здесь вот переход от светлой области к темной происходит. Ну, блин, это классно. И этот софт можно приобрести, еще один вывод, можно приобрести любого бренда, какого-то китайского, вот по крайней мере тот же Nice Photo, можно сказать, что уже проверенный, и я бы посмотрел в их модельный ряд и выбрал бы что-то более компактное, а-ля Lightroom Mini, и был бы счастлив. И я уверен, что если фонарь стоит 15, то в 5000 рублей, то есть до 20 тысяч в любом случае с этим софтом, я бы уместился, как ни крути, потому что все-таки софт от Aperture стоит достаточно дорого. Все цены, все ссылочки будут в описании. Опять-таки я вам напоминаю, что взял я все это в магазине Kremlin Store. У них просто огромный выбор различного оборудования для фото и видеосъемки. Классный магазин, нет никаких проблем с гарантией, с возвратами. Я уже сам сталкивался с этим, потому что техника китайская, все фонарики, батарейки, вся вот эта дребедень, все это китайское. Если вы закажете это с AliExpress, да, вы сэкономите. Но если возникнет какая-то гарантийная ситуация, здесь у вас не будет никаких проблем. Вы просто позвоните, и скорее всего вообще заедет курьер и заберет у вас эту вещь, и потом вам вышлют другую. То есть гарантия, она полноценная, она присутствует, и этим и приятна покупка в России. Я это уже неоднократно говорил раньше, еще давно в своих роликах, чем отличается покупка в России от покупки в Китае. В общем-то, я думаю, что ни для кого в наше время это уже не секрет. Ну и, собственно, вот такие у меня итоги. Я наконец-то попробовал поработать с моноблоком. Я буду продолжать с ним работать в ближайший месяц, наверное, пока у меня на тестах еще другое оборудование, которое приехало вместе с ним. Я буду все свои блоги снимать в этом сетапе, и вы еще успеете на него посмотреть. А также напомню вам, что сейчас идет съемка на 7 Artisans 35 мм. На диафрагме, по-моему, 2.8, потому что он мануальный, и чтобы мне сильно вот так вот не вываливаться из фокуса, да, мне приходится чуть-чуть прикрывать диафрагму. Но, тем не менее, я его взял для того, потому что фокусное расстояние 35 мм меня очень интересует, и, скорее всего, да, скорее всего, оно мне необходимо. Я все планировал себе купить что-то от Sony на 35 мм, но как-то никак. Так вот, я отошел от темы. Сегодня был очень длинный ролик. Я надеюсь, что он многим из вас был полезен, ну или хотя бы кому-то был полезен. Естественно, опять-таки, надеюсь, что вы отблагодарите мои старания лайками, комментариями, ну и, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями. Ну и на этом у меня на сегодня все. Увидимся уже совсем скоро. Всем пока, ребят.